begin. Всем привет, мои дорогие мальчики и девочки. Короче, мы едем за яблочками. Oh, so cool. Cool guy. Oh, yeah, he's like, oh, let's get away from this idiot. Видите, как мы людей обсуждаем. Дэвид wants to go. Take a David. Пусть идут, да? А мы с вами поболтаем. Чу, волосики хорошо смотрятся. Девочки, вы все ходишь, как лохудра. А что мне делать? Это мои натуральные кудряшки. Я помыла голову, все, у меня вот такие волосы. Если я буду утюжком, вот как одна девочка написала, я без волос останусь. Короче, у нас снова проблемы с семьей бывшей жены Джона. Ну, кто меня смотрит с прошлого года, вы, в принципе, знаете все про наши отношения. Нам сегодня пришло письмо. А нас приглашают на engagement party, когда мужчина делает предложение. То есть у брата, бывшей жены Джона, сын женится. Ну, как бы он сделал предложение. И они устраивают вечеринку по этому поводу. И мы не знаем, что делать. Нас пригласили, а у нас же маленький Дэвид, оставить его не с кем. И если они приведут своего сына, мы не хотим, чтобы был снова этот контакт между ними. В общем, не знаем, что делать. Ой, проблема за проблемой. Ну что, здесь вход, девочки, мальчики. И вот там цены. Кстати, мы посмотрели, уже $22 стоит за пакетик. Вот за такой. Ну, в общем, вот такие пакетики, ребят, дали. Также идете, развлекайтесь. Там сувениры продают, фотографии делают. How you feel, David? Good? Do you like it? Смотрите, какая сетка. Да, прикольно придумали. Ой, дядя что-то сегодня снова приболел. Ну как, он говорит, я нормально, нормально. Я думаю, что из-за погоды. Он, как и я, он очень... Ну, как говорят, сенситив, чувствительный к погоде. Ребят, мы тут с Джончиком сидели, смотрите, вот этот мужик с яблоком. И Джон говорит, что у него Apple 14. Это новый телефон, видите? Apple 14. Надо попасть на крючок. Да, тяжело на самом деле. Yeah, I wanna try. Моя очередь бросать, смотрите. I did it! See? Perfect. И идем собирать яблочки. Hi. Yeah. Мы поехали. Вот на таком тракторе нас вот этот дядечка повезет. Видите, какой хватик специально для яблок, если высоко растут. Поехали. Поехали. Ух. Вот возвращаются люди с яблочками, смотрите. Как это называется, девочки? Напишите мне вот это вот. Чтобы цеплять яблоки, которые высоко. Yeah, that is too big. Take a little one. Ой, нифига себе. Смотрите, как они растут. Обалдеть. Так, вот это возьму. Вроде так неплохое. Слушайте, я решила попробовать. Very tasty, John. I like this one. So good. А что, я все равно стою. Буду есть яблоки. У нас, видите, лимит. 3 пакетика и все. Так что надо есть. Очень вкусная. И сочная, самое главное. I see this apple. Классная. Вот это вот вообще суперская. Джон, ну говори, ищите вот эти яблоки, они вкусные. Yep. Классные, Just make sure you find good ones that are cooked. Go. Just find good ones, David, that are like... Yeah, they're beautiful. Смотрите, какое яблочко классное. Put in the bag.
much. It's okay. Put it in the side is green apples if you want any green apples. Oh, maybe I can try. Oh, all right. I got it. О, смотрите, какое. Ой, какое красивое. Nice. Try it. It's good? Try. Так, сейчас я попробую. Let me try. Видите, какое желтенькое. Did you clean a little bit? Mommy, try. Это грушевка. I like this one better, but this is good too. It's a грушевка. Грушевка. Да, грушевки много, но что-то не пользуются популярностью. Мне кажется, потому что люди думают, что еще не созрели. А они и не будут красными. Они будут немножечко вот такими желтыми, и все. Давай, давай. Все развлечения для детей, для взрослых. Видите как. Ничего вы не делаете, не выращиваете, ходите, только тут срываете все. So the green ones, they're called blondies. А, окей, блондис. Гала-гала. Вот, девочки, мне вот это нравится. Гала-гала. А вот эти вот как грушевка блондис. Beautiful. Смотрите, какое яблочко красивое. Yeah. I want to eat all these apples at home. At home? Okay. Yeah, daddy might eat some too at home, but not, yes. I'm not eating here. Нет, дяде тоже надо есть яблочки. Давайте попробуем. Так. Супер яблочко. Слушайте, места уже нет. Отлично. Вот так. Девочки, вы говорите, посади, посади яблоки. А что их сажать? Видите, пошел на ферму и набрал. $20 пакетик. Hungry? Me too, a little bit. A lot of it? Джон сказал, он голодный. Уже другой дядечка. Все, сейчас поедем, ребят. Решили здесь перекусить. He wants hot dog and potato chips. Two hot dogs and one potato chip. Potato chips, barbecue, does he like that? I don't know. Do you like it, Dad? You don't want a corn, John? One corn for you? You want it? No, I don't want it. Yeah? I don't have a hot dog. Okay. No, I'm sure. What? Can you help me out? Yep. Yeah. Ой, ну что, ребят, вот, решила оставить яблоки в машине, потому что неудобно, они вываливаются. Яблочки просто замечательные, как с картинки. В общем, мальчики мои там в очереди за сосисками, я тоже к ним пойду. Ну что, буду с вами прощаться, увидимся в следующих сериях. Всем пока-пока.